Категорически. С вами канал ЛГС. Мы продолжаем прохождение Человека-паука. Уже в железном костюме. Закончили на том, что нам позвонила Ватанабе. С этого же места продолжаем, так как я пишу две серии сразу же подряд. Так сказать, не отходя от кассы, пока есть настроение. Пишем, пишем и еще раз пишем. У нас что-то взорвалось на складе Cisco Fisco. Пойдем туда, проверим, что там. Там же ничего подозрительного точно нету. На паутине мы летим тысячу метров. А, ну да. Оу. Блин, надо взять, чтобы второй раз можно было вот так быстренько делать. Хоба! Ускоряемся. 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 Произошла авария. Гражданские не могут покинуть машины. Жестко. Фигово им. А, я по парку сейчас тут... А, вот. Но, к сожалению, мне некогда. Вот так бы летал Человек-паук в России. Ой. 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 Раз такие низенькие деревья, как дома. О. Да далеко нет. О, вот. Лучше поискать заднюю дверь. Окно теперь называется задней дверью. Ну, нормально, чё. Сказал бы просто другой вход и все, а не задняя дверь. Я теряю терпение. О, где демоны? Это демоны. Где эта бабка? Здесь кто-то еще. Наверное, он его взял. Эти маски. Кто же они? Здесь нет никого, кроме нас. Где эта бабка? Или ты умрешь? Все плохо. Вспугну их, она умрет. Сниму их незаметно. Опять незаметно. Юрий, тревога не учебная. Парень в маске и с оружием взял заложника. Похоже на ограбление. Принято. Посылаю к тебе отряды. А ты пока следи, чтобы ситуация не ухудшилась. Есть, мэм. Ой, 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 я заблудился. У них просторно под потолком. Нужно по-тихому. Стреляйте паутину в стены предметы, чтобы отвлечь врага. А, я понял. Типа вот так. Ударная. О, это жектор паутин. X для нокаута сверху. Бам! Чик-чик-чик-чик-чик. Повиси немножко. Они выглядят так мирно. Можно же вроде вот так. Все время забываю, как это делать. Надо подцепить его сверху. Здорово. А как они молод... Он же им рот даже не залепляет. Они же могут... Типа это. Осторожно. Ну, понятно, это бесшумная контратака. Давай, 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 тихо. Здорово. Тише, тише. Кто-то идет. Здесь меня заметят. Истощается. Клянусь, она мне не показалась. Папка наверняка у нее. У кого? Воу, воу. Если они здесь, то где же они? Не знаю. Не знаю.
знаю, я... Полегче, мужикан. Живей, плохие парни сейчас плохо себя поведут. Можно безопасно. Так, погоди. Даже не делать, чтобы увидеть врагов, которых можно безопасно убить. А, понятно. Так это понятно, вы только что мне сказали. Я уж понял, что отвлечь надо. Я чуть дебил, по-вашему, что ли? А как стрелять эжектором паутины? Ладно, я дебил. Я только что же стрелял, блин. Господи, из этого ничего делать нельзя. Тихо убил. Эй, а что это? Фотик. Это же принадлежит... Стоять! Знаешь, кому? Если бы мне платили за все стоять... О, так это ж с паучком. Опа. Эй, Пит. Ну... МДжей? МДжей! МДжей! Слушай, что и ты. Работаю. Ну или... работала. О, стырила папку. Ага, спасибо. Это Робби велел написать о взломе для Бьюгла? Ну, вообще-то Робби не знает, что я здесь. И взлом начался лишь пару минут назад. А что? Сейчас расскажу. Не надо, я за нее сейчас, да, буду? Неинтересно же, но... Она даже драться не умеет. Ну, так умеет вырубать. Простите? Я Мэри Джейн Уотсон, освещаю продажу коллекции Фиска. Да. Я Мэри Джейн Уотсон, Крейг освещаю. Сказал, я священник. Я люблю все делать. Хотите, быстро. Освещу? Ну, а я нет. Вам придется прийти завтра. Да, конечно. Простите. Эй, Крейг. Нет, извини, но... Похоже, на обложку придется ставить что-то другое. Даже не знаю, может, того экспрессиониста? Экспрессионист. Знаете что, я думаю, сегодня получится. Вы уверены? Вы здесь, зачем же откладывать? Спасибо. Крейг, забудь. Порядок. Давайте приступим. Осмотритесь тут и ознакомьтесь с предметами. Как закончите, я буду ждать у статуи Баку. Сейчас. А можно сразу к статуе Баку идти? Катана 15 век. Фиск нанес этим Питеру глубокую Масамуны. Рану в их первой схватке. Пит смог уйти. Я нашла его у дверей почти мертвым и еле довезла до больницы на папиной машине. Так я в первый раз стала медсестрой МДжей. Медсестра МДжей. Кабеле, два стража Нью. Сколько напряжений между двумя фигурами. Мисяку Конго и Нара Эн Конго. Скажите, как будете готовы? Хорошо. Поговорить с менеджером. Здорово. Начнем с самого ценного. Уникальная фигурка в стиле Кокеймон. Кокамон? Красота. Это Мифуне? Верно. У мистера Фиска... Тонкий вкус. Жан Фриско. Погнали, вы следующий. Вы общались до ареста? Ну, по вопросам работы. Я помогала ему с аукционами. Прошу вас, пойдемте. Я... Господи, пойдем уже, давай. Чего ты хочешь мне показать еще? Что с тобой? Ты сломалась?
Господи, мы... Слушайте, а вы точно работник музея? Мне кажется, вы дорогу не знаете. Этот изысканный шедевр – характерный пример традиционной техники Тарасикомы. Уйди с кадра. Нео впечатляют. Ладно, черт с тобой. Понимаю, почему это нравилось Фиску. Его стиль, да? Двойственность. Труд создающих, тих среди шума, разрушающих. А на этих его аукционах хоть раз случалось что-нибудь необычное? Нет. Нет, конечно, нет. Я ни о чем таком не слышала. Не слышала, это не значит, что не было. Вот я так сомневаюсь вообще, что ты работник музея. Полюбуйтесь золотым орнаментом на этом чайном наборе. Знакомый из прокуратуры как-то сказал, что Фиск там отмывает краденые вещи. Я абсолютно ничего об этом не знаю. О, конечно. Просто интересно, теперь, когда его арестовали, вы не припоминаете ничего странного? Знаете что, у меня не так много времени. Почему бы нам не сделать фото для обложки? Когда я сказала, что буду писать про вас, мой друг из прокуратуры ответил, что знает ваше имя. Просто фото, пожалуйста. Встаньте там. Где? И что дальше? Вы уверены, что вам нечего рассказать о делах Фиска? Может быть, не под запись? Сомневаюсь, что вашим читателям будет интересно. Здорово. Черт, подождите здесь. Обязательно, Стойте, это же... Сфотографирую, готово. Крэг, я перезвоню. Зырка, как я успел. Кажется, вам уже пора. Щелк и убежал. Можно воспользоваться туалетом? Конечно, идите за мной. Спасибо. Здесь очень симпатично. Да, и вы видите это место в последний раз. Женский за углом. Не задерживайтесь. Конечно. Сейчас вернусь. За углом. За каким углом? Ваше объяснение просто, я не знаю. По вашим объяснениям можно пиратские карты писать просто. За углом. А почему бы и да? За левым, за... не знаю. Ой, смотри-ка. Спасибо, тетка, я нашел. Не утруждай себя. Я и без тебя справился. Привет, Крейг. Забавно, что ты позвонил. Потому что твоя журналистка явно не собирается делать нам рекламу, как мы договаривались. Крейг. Ха. Нет, она сейчас здесь. Надо попасть в ту подсобку. Если я правильно узнала ту статую, тут пахнет крупной статьей. Что значит ему? Пришлось перенести. Твой репортер только Изи. Она, Крэг. Изи. Кто проник в мою батарею? Изи нахрен. Пит мне об этом рассказывал. Фиск прятал в ней улики. Почему же копы ее не забрали? Эта статуя должна открываться. Но как? Так там же на фотке было, как она должна стоять. А, слушай. Рука в середине, голова вот так. Все понятно. Давай. Да блин, что я пока подсказку не посмотрю, нельзя, да, я уже понял все. Я Я мастер. Но выглядит по-другому. Ща я тебе все скажу, как должно быть. Только. Вот, еще, видишь, палка должна быть у него. Во. Эта статуя двигается. Основная поза — скрытая сила. Рот закрыт, левая рука вниз, правая ладонь вперед. Хм.
О, теперь можно. Части можно двигать? Господи, блядь, ты только что это прочитала. Серьезно? Только что прочитала, что части, блин, двигаются. Там была вот эта рука поднята. Так, вот так должно уже быть, да? Рот закрыт. И правая рука опущена. В каталоге упоминались две позы. Рот закрыт, левая рука вниз, правая ладонь вперед. А, так. Вот. Почти. Но чего-то не хватает. Я их палки не хватает. Тает, господи, ничего ты не понимаешь. Вот, а теперь вторая поза. Не так. Да понятно, что не так. Ты что, тупая, что ли? Подходит, но это не то. В смысле, палка не та? А-а-а. Все, пардоньте, пардоньте. Какая у него? Вот такая, по-моему, была, значит. Вот так. Норман Осборн. Что это? Дыхание дьявола. Что за дыха... Что там? А вот и мужики-демоны пришли. За дыханием дьявола. Извините, сэр, вам нельзя... Вот эту бабку они искали. Плохо. Где эта статуя? Там... Где эта бабка? Пан Чи Ван Суань. И так она пришла на склад. Я уже собиралась уходить и увидела тебя. Тебе очень повезло. Вообще-то, это я тебя спасла. Слушай, эти парни в масках, они ищут эту папку. Но я не вынесу ее отсюда, пока их тут тьма тьмущая. Точно. Так, спрячься тут. Я разберусь с ними, а ты сразу беги. Хороший план. Рада тебя видеть. Я тоже. Хотя нашу встречу я представлял иначе. Забавно. Я представляла именно так. Она что, сменила духи? Соберись, Пит, соберись. Чиндун! Да, хорошо, конечно. Прежде чем идти дальше, закончу с этими парнями. Так, умоляю, вот. Не бейте. Давай, подходи уже. На, чин-чин-чин-чин. Упаковали. Я спряталась у входа. Готова действовать по твоему сигналу. Хорошо. А что в той папке? Почему она так нужна этим парням? Записи по так называемому дыханию дьявола. Фиск наняли построить для этого секретную лабораторию. Не знаю, что это такое, но... Бумс. Так, где еще один? За ногу. Вот так. Такие развешенные висят. Так, а того-то как... Так, можно привлечь? Да, слушай, привлекся. Как вы их не видите вообще? Лучше помолчать. Они же низко висят, ну. Серьезно? Ты идешь такой раз, ты же, ну, видишь типа сверху.
Раз, два, три, четыре осталось, да? Соберись, Пит. Потихонечку. Да, ты что, мы мастера стелса. Я это помню. Как же Фиск это называл? Бам, бам. Изи. Вот и все. Остался этот. Черт, папку нашли. Стой! Нет. Прячься! Зачем я все по стелсу ходил? Смысл от этого стелса был. Ого! А что за светящаяся фигня у вас на руках? Вы что, призраки? Никогда не дрался с призраками. Да ё... Как-то дрался. Но, знаете, технически это разные вещи. Все призраки духи, но не все духи призраки, понимаете? Да, господи, как вы... Похоже, это что-то энергетическое, а не призрачное. Ну и ладно. Поохочусь на привидений как-нибудь потом. Да, ёлы. Но на сложном уровне тяжело. Сложно. Брать заложников нехорошо, ребята. Я не успел уворачиваться. Ого! А что за светящаяся фигня у вас на руках? Вы что, призраки? Никогда не дрался с призраками. Одного вырубил. С духами как-то дрался. Но, знаете, технически это разные вещи. Все призраки духи, но не все духи призраки, понимаете? Ух, как больно. Похоже, это что-то энергетическое, а не призрачное. Ну и ладно, поохочусь на привидений как-нибудь потом. Падла. Абудай. Набудай. Как ты выжил-то, блин, господи, на. Он, мужик с дубинкой. Ух, ничего. А я умею отнимать дубинки. Знаешь, что так делать, смотри. Ха-ха. И что теперь ты сделаешь? Беспомощный урод. Нате вам. На, добивка. Полная концентрация. Опа, смотрите, как я умею, да? Ой, блин. Ладно, ладно. Один раз можно. Два раза можно, черт с ним. Да откуда у тебя пистолет? Так нечестно. Все, падла. Зарядка на славу. Уф. Что-то древнее. Кажется, я знаю кое-кого, кто поможет узнать, откуда это. Полицейские приехали. Вы не тот репортер, которого он прислал. Вы не из культурного наследия. Я этого и не говорила. Что ж, Мэри Джейн Уотсон, Дейли Бьюгл. Вы не напишите ни строки о том, что вы Расскажите. Видели. Расскажите. Вы знаете, что украли эти мужчины в масках? Это... Я не... А о том, что Фиск долгое время сбывал на аукционе краденые вещи? Наш адвокат свяжется с вашим редактором. Эй, ты как? Нормально.
Они украли папку. Извини, я принесу тебе уже на Мика. Что, 6 месяцев не было? А что было 6 месяцев? Ничего не было? Все было нормально? Хорошо, скоро было. С каких пор Мик стал итальянцем? Ау, ну уже... Понятия, но я рад, что он еще готовит фри. Точно. Лучше в... Уже в ресторане. Офигеть быстро. Ну, как там работа в Бьюгл? Ну... В общем, Робби только что прислал мне гневное сообщение о моей сегодняшней выходке. Похоже, меня ждет встреча с юристами. Снова. Брось. Как только он прочитает твою статью, он тебя повысит. Так. Жуткие парни в масках. Что думаешь? Рядовой вечер в Нью-Йорке. А ты? Как будто за этим стоит что-то большее. Но хватит о моих делах. Как твои успехи? Ты получил то повышение? Нет, но мы подошли к чему-то серьезному. Ты ведь знаешь, что во скорбь тебя мигом возьмут? Один звонок Гарри и... Знаю, но доктор Октавиус может помочь миллионам. Я занимаюсь тем, чем хочу, тем, чем должен. Звучит, будто это важнее другой твоей работы. Не слышала от тебя таких слов. Многое изменилось. Зачем ты позвал меня, Пит? Ну, просто поужинать, как друзья. Друзья. Мы теперь друзья? Ну, мы можем ими быть, если ты не против. У нас чемодан прошлого. А да, может и вагон верно, будущего. Что в этом плохого? В чемодане же может быть и хорошее, например, деньги или ключи, или клубничный бальзам. Ты помнишь, почему мы расстались? Это вопрос с подвохом, да? Спасенный сиреной. Поговорим потом. Иди. Сори, мы закрыты. Рад видеть вас снова вместе. А, Пэт Стэнли. На. Даже здесь он. Экспонаты руками не трогать. Пройдено. Привет, это я. Плюс левел. Что с теми, кто идет по третий? Наш друг Герман Шульц снова взялся за старое. Что такое Герман? Он же только что вышел. Ну, похоже, он не исправился. Не страшно. Герман просто тюфяк. К ночи загоню его в Райкер. Вот он... Я только что спас свою бывшую от преступников и поужинал с ней. А теперь я охочусь на маньяка, который бьет людей электрошоком. У тебя совершенно нормальная жизнь, Питер Паркер. Вообще классная жизнь. Адская кухня. Это что, этот, как его? Шоу «Адская кухня». А у меня здесь 13:58. Вот и я ни хрена не понял. Питер, пожалуйста, убедись, что не оставил в лаборатории снаряжение для твоего... Оба, как я умею. Ничего не имею против, но профессионал. Не волнуйтесь, док. Я взял за правило ничего там не оставлять. Но я знаю, что мой друг ценит, что вы заботитесь о нем. Многие не слишком его любят. Ты про этого фигляра Джеймсона и его паству? Я тебя умоляю. Паства. Он совершит великие дела, не дает таким шутам стоять у себя на пути. И мы не дадим. С вами трудно не согласиться, док. Пока. Да, доктор Октавиус. Флайт Тайрон? А что там еще что-то? О, стоп, стоп, стоп. Что-то еще было тут. Всем постам сообщение о совершающейся наркоделке. Внимание, срочно к Юнион Сквер. Сделано. Парк Мид Сквер. О, как ФПС только что упал просто в нулину почти. О, 8-й уровень. Девятый уровень. Мы становимся сильнее.
Да, я идеальный фотограф. Просто фотограф фотографов. Сильнейший среди сильных. Лучший среди лучших. Вперед! Стелс-ракета. Сейчас мы будем драться с электрошокером. Здорово, мужики! Подмога прибыла. Эй, Герман! Серьезно? Сдавайся, ты меня не поймаешь! Ты это уже говорил! Я тебе не враг, но ты меня притормозишь! Какой ты чуткий! Зачем тебе деньги, Герман? Тебе-то что? Да, мне плевать. Просто пытаюсь поддержать разговор. Хватит болтать! Но было бы куда приятнее, если бы мы обрели душевную связь. А, я забыл. Души-то у тебя нет? Ну, да ёлы! Хотя бы говори со мной, так будет интересней. Герман! Что? Есть, что? Поймал. Поговорим. Я сказал... Хватит! Понял. Герман, а зачем ты вообще грабишь людей? Полиция же следит за каждым твоим шагом. Да, ты туповат, но я не знал, что ты настолько туп. Наверное, дела у тебя плохи, и значит, ты крадешь не для себя. Наверное, ты с кем-то работаешь. Или на кого-то. Если не назовешь имя сам... Я его из тебя выбью! Выбирай! А чё он такой быстрый становится, когда я почти догнал его? Блин, ну ты специально делаешь, чтобы... Быстрей, быстрей! Чтобы я догнал его только в том месте, где нужно. Ну это нечестно. Нечестно. Хоба! На! Мой костюм круче. Знаешь, Герман, как личность ты ноль. Но костюм у тебя классный. Обсудим покрой. Может позже. Ну все, это весь босс. Ну, такой, такая. Молодец, Человек-паук. Ты узнал о его мотивах? Пытался, но он молчун. И еще ненавидит меня. Да, и не только он один. Но ты ведь меня любишь? Я тебя терплю. О, таких приятных вещей ты мне еще не говорила. Кажется, у меня появилось свободное время. Может заняться той маской поподробнее? О, это МД. МД. Привет, МД. Поздновато ты. Я только что смотрела новости. Похоже, у тебя было веселое приключение с Шокером. Ага. Он оказался неожиданно агрессивным. В любом случае, спасибо за ужин. Сколько я должен? Как насчет услуги? Та маска из галереи еще у тебя? Да. Я как раз иду в пир поговорить о ней с Мартином Ли. С Мартином Ли? Почему? Он доктор искусствоведения. Если кто и знает о происхождении маски, так это он. Держи меня в курсе. Как я и говорила, за всем этим явно есть какая-то история, и я намерена ее раскопать. Ну, да. А, так значит, я могу звонить в любое время? Да, время, повод, неважно. Значит, мы снова общаемся. Классно. Ну, думаю, на этом как раз и закончим. Победили еще одного. Какой злодей, ну так, мелкая сошка какая-то, короче. Угандушили ее за 5 секунд, короче. Всем спасибо за просмотр. Пока.